О, кстати, Лил Хаммер, вопросик такой есть. Как себя армсы чувствуют сейчас? Ну, такое себе. Вот люди ходили с каким-то одетым в бис армсом, он у них был топ-3 дамага. У них сейчас нормальную пушку найти можно? Нормальную пушку? В каком плане? Ну, играбельную, скорее. Ну, у меня играбельная пушка, и что? Ну, и сколько ты можешь ждать на боссе в соло таргет? Мало. Да? Да. Ну, сейчас вообще бессмысленно качать армса. Ну, у меня просто друг спрашивал. У нас ведь люди, которые в топ-1, топ-3 дэмэджа выдают в гильдии, они не в бис одеты или в бис? Которые соревновались с армсом. Ну там до биса немножко. Но армс биса выдал. Хотя я его не смотрел. Но я так подозреваю, пуха у него должна быть... Скеля. Как у тебя с танком там дела? Ну, никак. Не продвинулось, ничего. Потому что делал партняшку. Я попал в нужное подземелье сразу на рандоме. Но там какие-то чуваки тупые были, которые просто скипнули босса вместо того, чтобы убить... который нужен. Торопятся. Да, только им самим нужны были шмотки с этого босса. И непонятно, зачем они тогда вообще играют, если они нужные шмотки и даже не пытаются забрать. Ничего страшного не произойдет, если ты пойдешь в разные рейды с Пукичем. Наоборот, это хорошо, потому что у нас бонусы стакаются. Ну, не стакаются, в смысле.
Я вот думаю тебя в вечерний забрать, или Пукича в вечерний. Где-то ты чё, гимн проебал, что ли? Не-не, иди, все в порядке, ты чё? У меня все есть. Мне показалось, ты гимн кастанул. А, не-не-не, это... сосредоточие, которое маны на способность не жрёт. Гимн говорит. Да, типа, такой руки поднял, типа, начал... Да-да-да. Не, я вообще кдшки не жал еще. Вот сейчас буду... демона отдавать этого мелкого милипиздрика. А тут по сути не дамажит ничего. Ну, хилла пошел на цель. Чего говоришь? Хилла покинул гильдию. А. По-моему, просто чат закрыт. Ну. И почему ты так думаешь, что он панацею ушел? А кому еще уходить? А может он просто не захотел. Не ушел бы я к такому РЛу, конечно. За сколько мы все РБК... Ой, РБК, РЛК закроем. Ну, минимум 2 часа. Ну и ладно. Ну, по идее, больше. 2,5 где-то. Если вайпанемся, где-то то 3. Слав, иди агри больше. Да не замедляю. Так же неинтересно. Да не видишь, стан дают, замедляю.
О, это мне, да? Да. А какой сейчас курс ОД в золото? Я что-то ни разу не продавал, не знаю. Чё, в чате не могу найти. А, нашел 1:3. Интересно. Я бы не продавал. Делай камни и продавай их. Да-да-да, не, мне просто интересно, потому что я очень много такой херни видел. А их скупают, да? Ну вот эти. Не камни, а ингредиенты для них. Я всегда думал, то, что проще накопить ОД и купить. Агри до последних змей. А, ну тебе не дадут ДД на агри. А не.
Нырнул. Я могу использовать эту способность. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Тринька топовая на танка, на протовар. Сам носил. А та, которая за АД, и та, которая понижает урон на сотку там с чем-то, она не лучше? Паутинка топовая. А за УД? На уворот, по-моему, или что там, уклонение? Топовая будет с ювелиркой. У тебя ювелирка есть? Ну, ее качать надо. Профа будет, да? Будет, но денег мне на нее нет. И не будет долго. Ничего страшного, спешить-то не надо. Танк сейчас от тебя не требуется. О, пояс. Не, ну, могу сказать, что 3 милика для ДЦ это хаос. Потому что все три получают урон. Там не знаешь, кого хилить. Да ДЦ вообще это хаос. Могла бы исповедь быть смарт-хилкой. Типа кастуешь, а она сама хилит того, кого надо. Это уже мечты. Мечты. Нет, ДЦ интересный. Одна кнопка. Мне нужна цель. Ой, наберем сейчас пыли. Ой, не делай говна. О, все, понятно.
Бля. О, пока. Ты рывок завязал, да? Угу. Сейчас поищу, где тут выйти можно. Ты сейчас в это попадешь. Ты в зулдрак сейчас упадешь. Да я хуй знаю, не это. Да, у нас чел тоже тут. Смотри на стриме, где я нахожусь. Хуй знает. Вроде я где-то есть. Смотри. Ты в зулдраке. Сука. Уж захуярил его одного, не? Ясно. Может где-то текстурка есть, выйти? Помру лучше. Вы там отойдите, бегите к выходу. А то вдруг да. Я вас пойдет сейчас. Да, он на... Ну к выходу бегите, сейчас я зайду. Четырех лап залетел. Под лестницу. Бегите. Лок. Увеличен урон на 65%. Блин, хорошая голова, жаль без сокетов. О, это тоже, наверное. А нет, 150 уровень перед этой. В
Наксис 25-ки, я думаю, если будешь с нами ходить, там вряд ли Владу и Тагарису что-то нужно будет. Там они уже хорошо одеты. Я пока не могу. Так, сейчас Кирентор поставлю, блядь. А то я все время на этот модификатор, этот Тралмара. Думаю, хули не прокачивается. А ты с Кирентором не прокачал репутацию? Ну, сейчас качаю. А, не знаю, я самым первым обычно качаю. Оно как-то под руку. А че Кирентор дает? А, ну, на РДД это топовая чарка на голову, то есть, ну, на магов этих, СПДшников, там, ШП. Да, ну, типа, топовая чарка на голову, ну, и больше мне ничего не надо, в принципе, знать. Можно Атлас Лут скачать. Для вот, танков нет ничего. Ну, у меня есть Атлас Лут. Ну вот, посмотри там в репутацию, что у них там лежит. Кирентор. Ну, в принципе, да. Где там для танков ничего нету? Люхами. Чего? Я говорю, где ты говоришь, для танков ничего нету? Не, это вопрос. Где ты имеешь в виду? На острове? Нет. За репутацию нет. С Кирентором. А, нет, там ни хера нет. Тебе нужна репа с серебряным амангардом. У меня есть. И Хадира. И есть. Ну и все, и забей. Иди дальше, делай идиоса. И все. Ой. У тебя что, все в макросы забито? Ты имеешь в виду трёпку? Ну да. Трёпка, да. Ну ты ленивый какой, оказывается. Ну а зачем мне тыкать? Она как удар героя. Не знаю. Ну, просто можно палец на 4 кнопки, а я на 3. У меня вон есть что потыкать, формы менять, там станы всякие, вихри. Короче, понятно, ты ленив. Да почему? Вердикт уже сделан, можешь не оправдываться. Не, я ленив, реально. Слав, у тебя горка есть? Нет. Это третья профа собирательная, которой у меня нет. У меня шкуры и трава есть, а горки нет. Херово. Качай. Ну, сори, это уже на третьем версии. И не скоро. Может, летом. Слушай, а ты любишь фармить? Блядь. Я сомневаюсь. Несмотря что... Ну, руду любишь фармить? Блять,
честно говоря, нет. Ленивый, да? Просто, да, в очередной раз убеждаюсь, просто у меня было к тебе деловое предложение, ну ладно. Я хотел сделать деловое предложение, значит, хотел предложить тебе пофармить мифрилы, торий, а взамен я бы... Да-да-да. А взамен я бы просто, это, даже без дополнительного ЕП, релил бы еще месяц. А как тебе предложение? Ставку на ИП надо поднять, да, походу? Что поднять? Ставку дополнительного ИП, там не 10%, а 50%, там, допустим. А ты не говори, он же говори, на, он, ну, возьмет на усмотрение. Да, не надо мне ничего понимать. Я тебе изначально говорил, что мне доп. ЕП не надо. Ну, за ИРЛ-ство. Ты говорил, это ладно, но я хочу, чтобы было так. Ну, просто, чтобы люди видели, что ИРЛ все-таки что-то должен получать. Ой. Бля, как же конченый этот босс орёт. Регай. Зачем вы два эфира включили? Ой, ненавижу это ПП. Короче говоря, Войт, ты не согласен на сделку, да? Здесь может выпасть тринька. Да блин. Получит. Это во время упирается, видишь что? Была бы у меня горка, я бы пофармил. Я обожаю фармы. Вот тебе кандидат, кстати. А у меня нету горки, у меня трава есть. А ничего страшного, у меня есть. А какая горка нужна? 250. У меня есть. Для мифрила и тория 250. У меня есть. А, ну вон, пусть качает тебя. Мне самому торий нужен. Я же говорю, у меня есть аккаунт мой, у меня там есть друид. На мифрил я могу тебе откладывать. Я покопаю, но что мне за это будет? Тебе так, это у нас кто? А я бача. Август. Кто еще там? Да я знаю твои ники, я хорошо ники запоминаю. Уж на что, на ники у меня идеальная память. Он, блядь, Войда вспомнил спустя, блядь, 5 лет, как я на циркуле не играл. Меня в кокон завязали. Опять. Учитывая, что в принципе мы с ним в одной гильдии были всего пару месяцев. Угу. А остальное время он был в другой гильдии. Блин, Найс запомнил на всю жизнь. Да. Да не, ничего плохого я о нем не помню. В принципе. Да, мне я всегда вот. Говорят, мне всегда говорят, тебя забудешь, блядь. Знаешь, я был бы рад еще очень сильно, если б я тут свято увидел. Пиздец, я рад был. Свят. Кнутах, прям. Да, ГМ и РЛ кнутов, блядь. Пиздатый пацан был. Пока не женился, все было пиздато. Потом женился и забросил игру сразу же. Ля лох. Друзей променял. Смотри, кстати. А кто писал, что Руса видели тут? Нейра, ой, блядь, этот Честер, по-моему, который бухой зашел с дозой, ссориться начал. Не, Честера я хорошо помню, он у меня в этом, на циркуле в Чесе был. Лоб. Ну, просто я его один раз взял в рейд. Он тогда только начинал раскручивать гильду свою, Global Underground. Я его взял в рейд. И мне не понравилось, как он хилил холиком. У него холик был почти full бис. Я в итоге зашел на своего холипала, унизил его на двух боссах целка 25 хм, учитывая, что я еще и релил.
и сказал до свидания, кикнул его с КД и в ЧС сразу добавил. Я уже подумываю, чтобы не соглашаться руду копать тебе. Уже что-то неправильно копать буду. Да. Ник ЧС, КД повесят мне в Наксе 25-ке. Да не, в Наксе я пока присматриваюсь к людям. Сейчас вон у льда выйдет, в льде уже будет немножечко все по-другому. Там моментально перматч будет лететь. Нет, перматч будет лететь в ВВК на Анубе. Десятки, 25-ки, вот там будет перматч лететь сразу. Я как вспомнил, как мы ЕВК закрывали первый раз. Да я тоже, я помню, на X1, здесь на сервисе мы пошли тогда, мой статик был, ребята вообще не знали, что такое ЕВК, с чем его едят. Но это мы десятку пошли. Мы просидели в ЕВК на Нубе 3 дня. Мы использовали все попытки, мы его не убили. На следующем КД мы опять туда идем. Я их всех хорошенько так рассказал, что им надо делать и почему. Ну вот. В итоге мы убиваем с 3-го или 4-го трая мы его убили и все. И потом мы были единственные в гильдии. Это была не моя гильда на X1, это были скифы. Меня туда вообще пригласили поводить десятки, а в итоге, блядь, стал мейнерелом 25-ок. Ну, в принципе, как и тут. Пока что. Пока что. Опа! Вот это везение называется. Чё там? Так, распыл. Выпала тринька? Какой распыл, блядь? О, ГЦ. Да, эта тринька редко падает. Все, у меня все триньки на танк. Осталось танки сделать. Так, почти. Так что вы делать-то, в смысле? Осталось кнопки научиться прожимать. Да там жать нечего, подумаешь, как на пианино играешь, да и все. Ну, я умею. Слав, озарение. Тогда тем более проблем не будет. Этот, о чем я? А, и все, и потом мы, короче, ходили, фармили по КД это ИВК, и потом мы пошли в 25-ку. На себя дал, да? Короче... Короче, где-то тел 10, наверное, я кикнул из гильдии после первой 25-ки. Еще на чудище. Пошли, Слав. Потом еще где-то тел 10 на Анубе. А, еще было где-то тел 5, которых я кикнул на этом, на чемпах. Там просто гэм был такой, ну он чересчур добрый был, прям слишком. Я себя считаю сильно добрым для рельства. А это был вообще прям, блядь, божий дуанчик. Как говорится, бабушка стесняшка, не берушка, не давашка, блядь. Нормально говорится. Угу, вот. И, блин, он прям сильно мягкотелый был. Ласок нету? Да подумаешь, мы ВВК, это на данный момент топ-контент. Ну нету фласок, ребят, да ничего страшного, сейчас я сбегаю на аукцион, куплю вам фласок. Он просто летел на аук, покупал на всех фласки и приходил. Вам что-нибудь еще купить? Хлебушка за хлебушка. Да. Ой, чё у нас? Один ДД не может РБК походить, пофармить и хотя бы один сердоль вставить? Пацан, на тебе 20 сердолей, на тебе 20 сердолей, вставляй. Я ему говорил, я говорю, Бодя, ну ты ебанулся что ли, блядь. Ну одно дело, да, помочь там, когда реально какие-то, ну, проблемы там, ну, не падает. Ну, чтобы за все время человек не выбил ни одного сердоля, это пиздёж. А мне тоже не падал, наверное, месяца 4. Да, я зато помню, как. Я зато помню, как меня на X1, я котом играл. Меня на X1 в итоге добавило в ЧС где-то человек 10, наверное. Я тогда был в топ-гильдии, в эти Time for Jokes. Это на тот момент там реально это сидели вот Джоки, Асгарды и Волчья стая. Это было 3 топ-гильдии. Всего X1.
Вот, и я, короче, пошел по РБК такой котом, блядь. Первый день иду там с гильдийцами. Собирают пати, ну я, давайте пати. Уношу 3 пустоты, уношу 3 сердоля. И, короче, все БК камни, которые падали, я все уношу. Абсолютно. А, ребята меня добавляют в ЧС. На следующий день другая пати собирается. Я такой, ну, я пойду, подамажу. А, пацаны писали еще в гичат, не берите его, он читер. А, меня берут, я уношу еще там 3 или 4 сердоля. Короче, за неделю я нафармил 2 стака сердолей. Nice. Вот, и, короче, меня добавило в ЧС, наверное, где-то полгильдии. Yeah. А самое главное, вот я ходил фуриком, вообще ни одного камня не мог унести, а кот у меня был везучий. Я уносил кучу пустоты, камни постоянно выносил. У меня просто везло. Иду фуриком, я тогда еще задротил больше, чем сейчас, это сейчас я только вечером. Раньше я играл почти вот там с утра зашел, вечером вышел, потом на следующий день там на работу съездил, потом опять приехал и опять там целый день в игре. Грубо говоря, день через день я круглые сутки практически в игре был. Мы, блядь, 2 кары за ночь закрывали обычки, делать было нехер. Там был челик. Да, был молодой, девушки не было, и все дела. Вот. И, короче, чё? А, и потом пошел с РЛом Джоков. Ну, тогда был не Эспента, Эспента первый статик водил, а я пошел с Ангелом. А, короче, БДК, такой ЧСВшный. Пошел с ними в РБК. Тоже кучу всего нанидил. Кучу всего выиграл. Он такой, да я тебя, сука, в рейды не возьму, блядь. И я такой, да иди ты нахер. А я не знал, что он как бы РЛ второго статика, мне было похеру, я ходил со спента. Я говорю, да мне похер, я вообще не знаю, кто ты такой, иди нахуй. Он такой, ах ты ж, блядь, да я. Ну и он начал спента на мозги капать. А у этого дятла, короче, в поддержке было много ребят. Тоже таких же ЧСВшных мудней. И они, короче, все давали спента на голову капать. Типа, пацан оскорбил. А ангел ему ничего не сказал. А, типа, я вот прям ангела обхуесосил. Непонятно за что, правда. Спента со мной где-то час мусолил. Говорит, лад, что произошло? Я говорю, ну, я ему рассказываю ситуацию. Он говорит, мне ее по-другому показывают. Я говорю, Данил, ты прикалываешься. Я говорю, ты мне не веришь? Я говорю, я с тобой с X2 еще, ты мне не веришь. Ну, почему сразу не верю? Ну, он такой, он тоже, он мягковатый, Данила. Очень мягковатый. Он типа, ну, тут, ну, ты понимаешь, ну, вот это, ну, вот то. Я говорю, короче, ладно. И тут мне как раз знакомый предложил в скифы пойти, ПРЛ десятки поводить. Потому что он туда только перешел, его гильда распалась. Вот. И в 25-ку я пошел с джоками в ИГ-25 в обычке на Анубе мы вайпаемся. Ну, там такой куча твинов рейд, очень слабый по ДПС. Там ДПС был, наверное, как у нас, вот, те, кто внизу таблицы, там по 3,5, по 4К ДПС. Вот. И, короче, я такой говорю, ладно, ребят, мне похеру на КД, ливаю. И, собственно, сразу же ливаю из гильдии. Данила меня долго не мог простить. Он мне, наверное, недели 2 вообще со мной не общался. А сейчас недавно вон списывались. Он говорит, типа, ну, если надумаешь, то бери, типа, себя, своих ребят, погнали ко мне в Existence. Я говорю, нет. X2? Нет, они же здесь, вот, на X4. Это ж те, которые... гильдия, в которой Доза был. Existence, которую ФК забрали, Накс. Просто я знаю, какой там состав. Ну, где-то 50% рейда меня устраивает, остальные нет. Поэтому я не хочу туда идти. Опять с ЧСВшными муднями ходить не хочу.
не мое это. О, это как в Eternal, там тоже 50% нормальные, 50 такие себе. Я просто общался с одним челиком оттуда. Ну, я же тебе говорю, что большинство вот гильдии слишком много ЧСВшки. Меня на X3 вообще раздражала единственная гильдия. Это как раз таки ЧСВ. А, ну да, есть. Не знаю чем, но они какие-то вообще противные, с ними общаться невозможно. Мы брали, ну мы добирали, когда там топ-контентом был Карагер, да? Гергрули, магики. Ну, их нельзя было и закату и пройти. И типа добирали на ИК или ИВК, я уже точно не помню, добирали там 3-4 ЧСВшников, так они после первого трая ливали. Ну, то есть, мы еще, так скажем, осваивали контент. И, там, недавно начали собирать людей, у нас там под косарь было. А играющих 40, наверное. Ну, мы осваивались, и челы просто после первого трая с лоу ДПСом ливали. А чё за гильдия на X3 была? А, мы в банде были из Элвина. Мы не а, банда из Элвина? Да. Там Осень командовал. Сильно. Ну, там же изначально это была, по-моему, альянсовская. По-моему, вы в Ренегата ушли. Нет, мы не уходили в Ренегата. Мы и остались в альянсе. А, да? Угу. Я помню, просто паладина качал, когда своего у меня пал был на X3 дреней. Я его потом в Ренегата увел, потом окончательно на Орду перекинул. Вот, холик как раз. Я видел тогда, собирались вот эти банды из Элвина. Я еще думал как-то, пока не перешел, думал, может сходить, посмотреть хотя бы, что за гильдия. Пока не перешел на Орду. Еще думал, потом думаю, не пойду. У меня просто к тому времени уже своя гильдия была на Орде. Собственно, и распыляться на этой гильдии я не люблю. То есть, если уже ты уже где-то рейдишь, ну, тем более я был ГМ гильдии и РЛ гильдии, и как бы ходить с кем-то другим еще, я и так пытался всегда подстраиваться под всех своих ребят, чтобы у меня были минимальные потери там на 25-ке. Ну, просто у нас с Войдом немножко разное понимание. Он любит много 25-ок, я люблю одну. Ну, я тоже за одну 25-ку. У нас как было? У нас было два статика, считай, да? Но они были настолько нестабильные, то что обычно из одного статика в другой переходили, чтобы закрывать. Вот так вот. То есть... Не, на самом деле, если собрать много тел, таких адекватных, и которые будут задротить, то да, можно реализовать там две 25-ки. Я согласен, я ничего против не имею. Ну, просто, когда ты... Скажем так, на тот момент, если бы это, может, было бы лет 5 назад, то, может быть, я бы тоже собирал бы там гильдию, 2 25-ки, 3 25-ки, похеру, да хоть 5, без разницы. На данный момент у меня нету столько времени для контролирования ситуации. То есть на данный момент, вот даже, грубо говоря, вернемся на год назад, когда там тот же X3 открылся и так далее, я туда пришел. В сентябре я вот сделал свою гильдию, и прогресс у нас был довольно-таки неплохой. Вот на момент закрытия серва, CLK 25 гер мы ходили. Да, мы его не закрыли на фул, но мы ходили, траили. Хотя у нас у всех был гир, грубо говоря, там 250-й, 258-й, вот так. Мне главное, чтобы люди были адекватные. То есть, если я вижу, что человек адекватный, он понимает, он шарит за свой класс. Мне похеру, в каком он левеле будет. Даже если он там будет, блядь, 200-й. Я возьму этого человека, пусть он идет, пусть он одевается, но я буду знать, что у меня есть адекватный человек, который сейчас оденется, будет давать больше. Поэтому я люблю, вот если там новеньких я кого-то брал, я их всегда брал с собой сразу же, в первый же рейд, и сразу на них смотрел. Если мне кто-то не нравился, я сразу их кикал. Поэтому у меня в гильде как бы и
происходило так, что у меня в основном костяк сформировался еще где-то ближе к концу октября, и практически всем этим костяком мы ходили вот вплоть до закрытия серва, до открытия X4. Постоянно ходили одним составом. Тоже думаю, что X4 последний проект. Да, ну я изначально своим ребятам сказал, когда мы сюда пришли, что X4 вот это мой последний проект. Все. Я вот здесь, я начинал протоваром в далеком 2007, и я им закончу. Скажем так, а напоследок я спою, да? Вот. И как бы, блин, вот просто реально вспоминаются те времена. Ну тогда, да, тогда малой еще был, по сути, мне в 2007 году было 13 лет, блядь. Здорово, блядь. 13 лет, да, оно еще, знаешь, как-то хочется играть, все это что-то новенькое, интересненькое и так далее. А потом, чем дальше ты идешь, тем как-то все больше теряет. На данный момент меня реально привлекает выход Ульды. Я вот выхода Ульды жду, капец. Вот, реально, я хочу Ульду. Возможно, возможно, после Ульды я скажу, Слав, ну, в общем, это, в Ульду я сходил, мы Ульду закрыли, я наигрался, все, я ушел. Слава, чё ты как молчаливый боб какой-то сидишь? Ой, господи, да там танчить нечего. О, это Дюрекс нам зашел, да? Да. Дюрекс, а переходи в первый статик 25-ки. Ну, я так и хотел, но я спрашивал у Славы. Да я ему уже говорил. А, ну все, ты принят. Собеседование пройдено, все. Ой, блин. Капец, Слав, если бы ты видел, сколько у меня сейчас коробок стоит, которые, блядь, мне пересчитать надо, я вот поэтому сейчас так иронически смеюсь постоянно. Сука. В истерике бьешься. С военными какими-то вещами. Да, ну я ж на военном складе, блядь, работаю. И там у меня костюмы военные, вот, собственно, стоят. Надо их пересчитать все. А у меня предыдущая позиция не сходится. И это, я вот смотрю на количество коробок, прикидываю количество, которое у меня должно быть, и понимаю, что у меня по-любому не сойдется. А все это надо будет сейчас пересчитать, а оно все по размерам еще раздельно, блядь. О, сука. Привет. Здорово. О, это Шумский к нам зашел. Да. Привет. Начинаю уже, блядь, привыкать к вашим голосам. Заебали, да? Потихоньку. Опа. Да нет. Чё там, дисконт? Нет. Женщина по товару падает, он так всегда говорит. Опа. Нет. Сюда. Ну, я уже надеялся, что у вас дисконт. Что, никто не хочет сходить на этот ивент? Куда сходить? Ну, ивент, который открыли вчера. А, этот остров? Не, не остров. На Химку. На Химку. Химка. Там 300 ОД дают. Аптекари в этом. Аптекари в КТК убить. Ну, вчера давали по 300 ОД. Правда. Правда. Вчера, Войд, я вон двумя персами закрывал. Mm-hmm. С коробки по 300 ОД. Как не 400. Что? Не верится что-то. Может, пофиксили, но типа по 300 ОД вчера давали. Я вчера лопнул. Не, ну, в
Я вчера локом зашел, блядь, сделал, пошел сразу Т7 часть купил себе. Да мне просто надо локу сделать, да и все. Ребята, Гэма, у которого мы были, ну, в прошлой гильдии, так я еще, блядь, и крайним остался. А кто его ночью убил, ты не спрашивал? Леша, Денджмастер его убил. А. Он там, Леша, блядь, скинул скрин, как там поливает, что вы там шумского, блядь, идите нахуй. Такое неслось. В смысле, что случилось? Ну, короче, мы были до этого в гильдии. Вот, и типа, из-за правил я оттуда ушел. Вот, потому что там были дурацкие правила, я оттуда. Ну как? Короче, долго рассказывать. Короче, я оттуда ливнул, и за мной ливнуло еще где-то человек 12. И в итоге сегодня, когда ночью наш данжмастер делал на острове квесты, вот, он говорит, что типа этот ГМ. Вот, там забрал у него голема, говорит, ну я, говорит, его ёбнул по Шурику. А то ты ему начал в приват выписывать, ты иди нахуй, шумского бляди, я вас там ебал в рот. Нормально. Ну, Лёха, говорит, а чё? Слушай, ты это, напиши ник этого ГМа, я Фьюджу передам, Фьюдж у меня ренегат, он любит вырезать там всех. Так у нас же что же, у нас этот мини-мини ренегат, данмастер ренегат. Ну вот. Это, Слава, что ты хотел, чтобы я тебя там зачарил? А, ну смотри, если есть у кого-то, у знакомых там, на интеллект вот эту вот всю парашу на паладина там, ну допустим. Именно чарки? У меня просто full enchanting. Но у тебя по-любому нету чарки на пуху с хостой, по-моему. Чарку на пуху с хостой, сейчас посмотрю. Да. Я тебе могу сказать, где она выбивается. За деньги, да? Не-не-не-не-не. Не, я просто скажу, потому что эта чарка реально топовая. Она нужна будет. На вот таком лоу-гире она пиздец как решает. Долго выбивается? Как повезет. Это ж Сирус, блядь. Сейчас, блядь, медведем пойду быстрее выбью. Ну, выбивается она в круговерте пустоты. В запределье. Так, запределье. Так, хорошо. А тут где именно, какая из локаций? Острогорье, Пустоверть? Пустоверть. Ага, там. А там где именно? Там на этом, на каждом... Сейчас я тебе скажу, как моб называется. Сейчас я вспомню его. Может пойти, блядь, науки ее купить, да и все. Ага, ну там стоит. Наверное. Она будет очень дорого стоить, поверь. А как называется эта чарка? Если б я помнил. Блять, сделал 8 камней на 20 интеллекта. Вообще их никто не покупает. Они вообще никому не нужны. Скорость и... А дай мне. Мне надо в паладина, в холика. Мне тоже нужно будет. Блять, пиздец. Своим сейчас продавай. Меткость, блядь, меткость и скорость разлетаются еще вот так вот, блядь, как семечки, одно за одной. Ну это основной кап меткость. Сейчас ты пока долетишь, я тебе скажу, как это называется. Парня, можно вопрос такой? Ну, да? Глупенький. Здесь Т7 покупается за какую-нибудь валюту? Да. Ну, именно. Да? Да, за ОД. У вендоров, правильно, там, да, в палатке. А да, я покупал и ни хрена не мог завязать ее, в смысле, как. Ты идешь к своему мастеру и обмениваешь. Ты покупаешь токен,
допустим, да, да, там да. На перчи токен стоит 300 D, на груд 400. О, ты покупаешь этот токен, и с этим токеном ты уже идешь и меняешь этот токен. То есть вначале нужно купить, но он никак не используется. Да, да, потом ты идешь и меняешь этот токен. Ты подходишь к вендору и говоришь, там, типа, вот там, там есть токен там Т7, Т7.1 и Т7.2 продается. То есть 200, 213 и 226. Но ты подходишь, то есть у тебя там есть два токена, ты можешь купить 200-х, и два токена ты можешь купить 213-х. 213 это у нас плечо и штаны. Они там стоят, там что, 1900, второй 1140. Поэтому ты покупаешь перчатки и тело сначала идешь меняешь, а потом уже копишь там себе на все остальное. Блин, не, я просто насчет этой системы вообще ничего не знал. Для меня вот этот контент именно Naxxramas, OSK и все такое, ока, это что-то новое. Я могу релить спокойно весь будущий контент, но тут для меня прям запара. То же самое, блядь, один в один. А, там смотри, чарка не на хастук, там чарка на инту, вот. Угу. Это единственная чарка на инту. Выбивается она с ученой клана Ярости Солнца. Пустоверт. Да, я что-то думаю, что ты договорился. Ну, у меня просто отойди спросил. Это получается... Смотри, это низ карты, самый нижний остров в Пустоверте. Нижний правый? Вот на нем. Не-не-не, просто нижний. Там, получается, есть вот верхние три, потом средние два и самый нижний, вот. Угу, я понял. Маленький он такой, да? Вот на нем. Где-то на 18.00 где-то находится. Моногоры, деревня Кирингвар, вот эти. Ага, все, я понял, окей, сейчас полечу к нам. Потому что Тедди спросил меня зачарить на инту, я говорю, да нету, типа, бля, у меня чарки. Я говорю, на СПД давай тебя затулю. Он такой, ты чё, лох, в смысле, да? Да, 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 говорит, типа, бля, вообще, ты как там, салам алейкум в голове. Бля, это было вчера, когда мы сидим и начали разговаривать, кто откуда, а нам просто, бля, чувак говорит, я, говорит, из Казахстана. Вот, и мы ему что-то, типа, в шутку, типа, ляпнули, что, типа... Леха, пойди, типа, ну, это даже мастер, типа, Леха, пойди кумыса ебни. И просто нам скидывают такую, блядь, штучку. Кобыла доится с интервалом через час, так как вымя у кобыл маленькое, и каждая дойка дает всего лишь 1 литр молока. За весь день дойки собирается около 5 литров молока. При дойке обязательно подводится жеребен, который начинает сосать вымя, иначе кобыла не даст доить. Затем он отводится, и дальше происходит дойка. И все, вот. И мы, блядь, сидели... Зачем мне это? Я чё, кому рассказывать буду? Ну вот, блядь, мы сидели вчера, угорали с этого целый день. Кому расскажешь, не поверят. Бля, ну а теперь ты можешь встретить своего кореша, он начнет выебываться, ты ему скажешь, слышишь, братан, ты знаешь, как кобыла доится? Нет, а я знаю. Ну вот, и все. Поэтому... Ну вот, мне кажется, Войд, вот реально он такой... Блять, сибирский парень у нас. Вот прям по голосу, реально, я первый раз еще когда услышал, хер знает когда, я не знал откуда ты, если честно. Но мне казалось, что такой пацан реально с Сибири. Ну да. У вас, да. Типа, я не знаю, как-то так получается, вот, допустим, украинцы и русские, у русских как-то голос более грубее. То есть, типа, вот, там у нас кто-то был, я когда только, по-моему... Там Хамон чувак был с ником. Ну, короче, он зашел, я говорю, бля, я говорю, ну тебе, я говорю, где-то вот 25, где-то, я говорю, вот, где-то по 30-ку, я говорю, ближе. Он говорит, Олег, говорит, я в школе, я говорю, в 10 классе. Я 13 вообще. А голос, ну так... А голос такой прокуренный, ну просто вообще нету слов. Ты знаешь, голоса-то так-то разные бывают. У нас тоже в школе кто-то тоненьким голоском говорит, кто-то таким грубым. Ну да. Я, в принципе, с 14 так говорю. Во. Да иди озвучивай вообще фильмы. Ты Леонардо Ди Каприо, блядь, на минималках. Это есть кто-то? Да. Не делал. Кто есть? Остров кто не делал, ну, Делики. Блин, ну, мы только вечером будем. Я ночью там, сделал. Ребята с Статиком. Я ночью сделал, потому что это бред, блядь. Днем делать вчера я бомбил, как я не знаю кто. У меня тут осталось. Всем статиком пойдем фармить. А, мне Протеус пишет, говорит, типа, говорит, ты что, говорит, ренегат на медведя?
А мы вчера, я, Данжмастер, этот, Паша, блядь, Канкуль, Мегалодон, мы в пятером встали, как начали бить ордынцев и аликов. Было весело. Так, как ты говорил, называется? Чародей клана Ярости Солнца, да? Да, да, да. Ну все, здравствуйте. Нет, подожди, не чародей, ученый. А, ученый. Да. Сейчас будем искать. Ой, блин. Ну так... вот, судя вот по твоему голосу, то ты, по-моему, где-то с Украины вообще. Сам. Да, 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 я киевлянин, да. Понятно. О, все, в принципе. Буду тебя посылать, если что, бывшему моему гэму пизделей дать. Я думал, за киевскими бывший гэм? А, это с циркуля. Может быть, ты видел когда-нибудь ник Реневал или Певчий? Ну, блять, Реневала я и так знаю. Это один из хороших, очень хороших эрпалов. В свое время. Ну, пока не появился Санта из Детей Дождя. Пока не появился Энейра, который в ПВЕ вроде как и не сильно любил играть, но нос постоянно всему делал. Так что Реневала я хорошо знаю. Хорошо знаешь, даже в смысле общались? Ну, доводилось общаться, но, правда, только в игре и только по моментам игровым. Ну все, пизнаем. Ты зашел. Специфический человек, специфический, я так сразу про него ничего не скажешь. Сейчас, секунду. А как же мне этих твоих ученых найти? Что-то я летаю, вообще тут никого нет ученых этих. Поэтому рецепт хрен выйдет. Да, может быть, да, кстати, да. Не, ну типа они тут стоят, эти эльфы, но... Типа они, их мало. Ну как, не мало, то есть, ну вообще другие абсолютно, то есть ученых я еще не видел, вот. Вот рушительница какая-то есть, хранитель. Так, Слава, я, короче, тогда дейлики...